Настоящий праздник классической музыки в Северной Осетии. Шестой международный музыкальный фестиваль «Мариинский Владикавказ» украсил культурную жизнь республики. В первый день фестиваля симфонический оркестр Мариинского театра исполнил озорные частушки Щедрина, Море Дебюсси и Петрушку Стравинского. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев. Любая страна, любой город, любой зал – это всегда ответственно. Здесь, наверное, что-то особенное и в этом зале, и открытый нашим коллективом, и с замечательной акустикой. И мы действительно любим этот зал. Вот. Ну, и потом нас здесь встречают, понимаете, это всегда хорошо, да, когда нас встречают так, как будто мы здесь тоже родились. В рамках фестиваля прошло торжественное открытие нового культурного центра, которое с нетерпением ждали жители города. Концертный зал вмещает 498 мест. Помимо этого, в новом центре расположились музейно-выставочные пространства. Проект реализовали благодаря фонду Валерия Гергиева. Сегодня мы говорим о новом культурном центре, который появился прямо в сердце города. Работа проведена огромная. Около года работали строители, мы благодарим. Очень помог, целиком на себя взял все заботы в этом попечительский совет Мариинского театра. Владикавказ – это город, где филиал Мариинского театра работает с нарастающим темпом и успехом. Вот. Но хочется поблагодарить тех, кто смог найти эту возможность, помогать нам в таком, я бы сказал, неожиданном и быстром проекте. Он реализован быстро. В этом году фестиваль «Мариинский Владикавказ» посвящен сразу двум юбилейным датам – 240-летию города и столетию Республики Северная Осетия Алания. Зрители и ценители искусства насладились виртуозной игрой мастеров мирового уровня. Ну, это прежде всего подарок для меня, потому что я первый раз сюда приехал. Это было в 99-м году, то есть 25 лет назад. И вот вновь я здесь. И я вижу, как преобразился город, как здесь все стало намного красивее, как здесь... понятно, что природа здесь уникальная. И я помню, что в прошлый раз, когда приезжал, выступал в зале, небольшом зале филармонии, вот, с прекрасной акустикой. А сегодня я вас всех поздравляю в этот юбилейный год для Владикавказа. У вас появился новый фантастический зал. Глава республики Сергей Миняйло побывал на открытии нового центра и отметил важность фестиваля в культурной жизни республики и страны. Мы потихоньку переходим. Но мы уже об этом не молчим, мы говорим о том, что Владикавказ становится культурной столицей Кавказа. Чем больше мы сохраняем нашу историю, культуру, традиции, обычаи, чем больше мы создаем точек притяжения не только регионального, но и федерального значения, тем лучше для нас. И мы с вами подтверждаем, да, что у нас... высокообразованная республика. Завершился фестиваль вечерним концертом. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев. Аншлаг в зале и бурные аплодисменты. Праздник симфонической музыки в новом культурном пространстве Владикавказа стал незабываемым событием для всех поклонников музыкального искусства. Елена Смирнова, Давид Хамицаев, Хета Колбегов, 15-й регион.